Добрый час, и с вами Маргарита. На календаре уже 12 декабря 2019 года, и буквально вчера ИТИ нам выдала новую статью топ-трендов, которые ожидаются, да, в 2020 году. Поэтому я решила быстро вам сделать видео. Давно от меня вы не видели познавательных видео, но жизнь, она течет, все быстро меняется. Поэтому давайте сейчас мы прыгнем в небольшой видеообзор. Да. Опять-таки, если вы обращаете внимание, то внизу, да, вы можете увидеть на главной странице, да, внизу вы можете увидеть вот эти вот новые статьи, да, и вот одна из них, вчера буквально ее опубликовали, топ-трендов, которые ожидаются. Итак, поехали. Опять-таки, картиночка, обратите внимание на картиночку, на главную. Всегда прошу вас смотреть и читать между строк, читать между картинками, да, читать, обращать внимание, какие фотографии выбирают для подборки вот этих вот трендов. Итак, я быстренько пробегусь и переведу вам детально, не объясняя, что есть что. Значит, в 2019 году у нас с вами какой цвет был? В основном burnt orange. У кого-то получились успехи с этим цветом, у кого-то не очень, да, сделайте работу над ошибками, чтобы в этом году, в 2020, вы уже более ориентировались на новый цветовой тренд, именно который идет на ИТИ, да. Мы с вами рассматриваем то, что сейчас на ИТИ идет. Итак, burnt orange у нас с вами... Протворенчи, и что у нас с вами было, помните, я вам говорила о ленивце, да, может быть, ленивцы были, да. В 2020 год мы чувствуем немножечко более приземленный мир в наших ценностях, да. Что это имеется в виду? Мы пытаемся приобрести то, что имеет определенную ценность, да, намерение что, использовать. Поэтому дальше можете прочитать, кого, куда, на кого ссылается, на статью там посмотреть. Позитивные волны, что-то такое свежее, да, то есть вот такой вот, не яркий, теплый, а вот немножечко такой релаксный, да, релаксный цвет. Choosing products that are super meaningful. Продукты, изделия, которые что-то означают, да, что-то означают. Это позитивные цитаты, если это у вас цифровые продукты, либо какой-нибудь полезная штучка, да, которые сделаны с специально заложенной мыслью. Да? Так вот, если будем смотреть между строк. Поэтому вот такой вот... BFF, helping your fur BFF, live its best life, the best friend forever, да, и six upcoming trends, да, шесть направлений. Первое направление, и поехали быстренько, пробежим. Я, честно говоря, когда я открыла, я не знала, что такое Chartreus. Пошла в Google, нашла Chartreus, и это у нас с вами, оказывается, такой цвет. Кто бы мог подумать, да? Это цвет, но его тоже, смотрите, ликер такой. Есть французский ликер, Chartreuse, да? Но по-другому, так вот, Chartreuse Yellow или Green. Он как бы и не новый такой цвет. Новый такой цвет у нас, и мы видим, что он преобладает. Он преобладает, будь то это... в украшениях, в сумочках, если кто из льна делает, если вы найдете такой лен, да, то смело можете ставить вот такой вот tag, Chartreus linen dress, пожалуйста, можете делать. Я недолго дома забила вот этот вот tag, да, в Keyword Explorer, да, и посмотрите, он не... Он начался где-то вот в мае, да, большой пик был, и вот ожидается, ну, как бы там, опробовали, я так вот назову, опробовали этот цвет, да, и ожидается, что в 2020 году его, конечно, будут использовать. И смотрим, что у нас, какие сочетания. Как ни странно, Chartreuse Earrings, да, они у нас были, когда у нас в январе большое количество запросов было. Chartreuse, Woman Chartreuse, Yellow Purse, бла-бла-бла-бла-бла-бла, поехали. Тут у нас даже Chartreuse Bedding, Green Chartreuse Pin, Chartreuse Sweater,
code, да, то есть вот это такой цвет. Дальше уже можно подгонять под ваше изделие. Даже когда я на Etsy забила. Chartreuse, смотрите, ленточка, декор, пилу, earrings, wear, velvet, платье, scarf, board yarn, да, то есть я, ну, естественно, большинство у нас сережки делают, я забила, посмотрите, 1300 результатов, если у вас есть такой цвет, либо приближенный к такому цвету, да, потому что разница, вот попробуйте, можете сделать, да, он еще не в пике, но кто его знает, да, кто его знает, может быть, на него обратят внимание. Так, это вот таким образом я вышла вот на этот цвет. Спускаемся дальше. Новую декаду крисп, да, знаете, такое крисп, вот чипсы, когда шуршат, вот они крисп, я не знаю, какой это цвет будет на русском, новая цветовая гамма. Также намекают, что к нам возвращается цвет 80-х, неоновый цвет, там неоновый грин, неоновый розовый, неоновый и так далее, да, неон. Вы узнаете такое слово из 80-х, да? А вот он к нам возвращается. И в домашнем декоре, в нашей одежде и так далее, да? То есть вот он идет, да? Он к нам приближается. А следующий момент, да? То есть мы с вами, он как бы не он грин, не он пинк и так далее, да? Но вот такой цвет мы себе пометили. Следующий идет, посмотрите, color blocked decor. А я тоже уже несколько раз где-то говорила в винтажных, что помните, опять-таки, наши 80-е годы, когда у нас были спортивные ветровки color block, да? Тот же самый Adidas сделали, кто-то что-то там еще. Вот цвет, никаких папоротников на данный момент я не вижу. Вижу элементарный, чистый color block, да, то есть и вот тот же самый одеяло, которое и здесь у нас с вами сделано, и вот здесь. То есть если вы занимаетесь подушками, вот такой вот вам вариант можно попробовать. Если вы занимаетесь квилтом, попробуйте вот такой вот вариант color block quilt, да. Вперед, его можно смотреть. А color block я просто не проверяла. Color block. Давайте попробуем посмотреть, что у нас есть. Color block. Сведра, худи, пилос и так далее. Джекет, кёртен, скарф. Ну, есть, да, худи, пилу. Давайте опять-таки color block пилу посмотрим. А у нас с вами какое количество будет? Ну, 5000. Нет, даже 3000 результатов. Посмотрите, color block пилу у нас с вами стоит. Не знаю, сейчас, если нам покажут, давайте уберем пробел color block. Пока нас ищет, мы возвращаемся дальше к тренду. Да? То есть это все такое простое, элементарное, красивое. 50-е, ретро-инспайр декорейшн, украшение дома, да, декор дома в винтажном стиле, в ретро-стиле, применяют там 50-е, 60-е года, cut-out shapes, давайте посмотрим на cut-out shapes, то, куда это нам перекинули, cut-out shapes. А, то есть это у нас с вами аж перекинули, да, на 2019 год, то, что мы с вами давным-давно смотрели. Вот этот Burnt Orange пошли, максимализм от максимализма мы ушли, да, то есть перелинковку сделали, но это следующий рассказ, да. Nailing, бла-бла-бла, trink, color blocked pillows как раз, geometric wall art, salt and pepper shakers, то есть вот эту картинку нам с вами описали. Color block. Первый у нас с вами цвет такой оливковый, даже не оливковый, а неон зеленый и так далее. Давайте учить новые слова. Chartreuse. Да, Chartreuse, у вас сумочка в цвете Chartreuse, да. Дальше color block decor. Соответственно, если вы будете делать украшения сережки, вы можете сделать color block earrings, да, и посмотреть, какой у нас выхлоп здесь будет. Color block earrings, да, то есть вот такой вам намек, и, естественно, количество будет не такое огромное,
тысячи результатов. Вот они вперед, пожалуйста, выходят, Color Blocks, и они в разной форме идут. Да? Color Blocks Earrings, поехали. Смотрим, проверяем Color Blocks, и вот посмотрите, какой у нас скачок просто от слова Color Blocks. Да? То есть на, по данным ноября, да, прошлого, ну, прошлого месяца, а в прошлом году у нас было где-то 553, на данный момент 1500. Да? То есть вот какой, и люди кликают Color Block. Color Block Pillow Covers, Color Block Pillow, опять-таки, идет на декор. Jacket, Sweater, Pattern, я пока не вижу earrings, но это уже как бы отдельно, поскольку мы уменьшаем, да, вот такой, вот второй тренд, спускаемся дальше, ну, естественно, 80-е, да, то есть, поскольку я продаю винтажные украшения, я вижу, я знаю, что 80-е, они идут в большом спросе, да, поэтому вот мы видим большие сережки, вот, если что-то вы сейчас делаете, вы можете сделать в 80-м стиле, да, вот ensembles, да. Смотрим. Chainlink браслеты, бла-бла-бла, ruffle puff sleeve blouse и так далее, да. Last year фокус на максимализм, да, в прошлом году мы, у нас фокус был на максималистические изделия, максималистические такие яркие броски, да, то на данный момент у нас с вами идет 80-е годы, опять на эту статью перелинковку сделали, то теперь классический 80-й стиль. Большинство из вас, наверное, в моем возрасте, да, то есть рождены где-то в 70-х годах, 80-х, то есть вспоминайте, что было в вашем детстве, и сюда его выставляйте. Questionable perms and eye makeup, да, while the decade, поскольку не while, в то время как, да, while, в то время как та эпоха, да, была забита вот этими вот перманентным, да, такими вот пафф крупными, как она называется, та химией, волосы химия, так далее, яркие мейкапы и так далее, да, что нам говорят, statement making fashion, да, но также они принесли как бы statement, вау, украшение, вау, в стиле вау, да, superstars by design, бла-бла-бла, ready to shimmering sequins, да, как она называется. Вот этих очень сейчас много фабрики, материалы такое, вот эти, как они называются, не знаю, как называется, извините меня, sequin top, не знаю, как они называются. То есть вот такая вот, как бы, чешуя. О, чешуя. Волшебная такая чешуя. Вот она к нам сюда выходит. Playful puff sleeves, да, вот такие вот, опять-таки, льняное платье, да, linen. И вот такие рукава-фонарики, я вспомнила сейчас. Рукава-фонарики, ну и крупные украшения, да. То есть вот такой вот у нас с вами момент. То есть 80-е, вторые, да, у нас идет. Можно и это ключевое слово проверить. Дальше идем. Следующий у нас coordinated couples codes. Посмотрите, какой акцент делают. И опять-таки, у нас couplesы могут быть как мужчина и женщина, так и женщина и женщина. Да? То есть вот такой вот у нас вот момент джинсовки. Опять-таки, если есть у вас выход на джинсовки, на куртки или что-то такое, вот оно codes. Да? То есть две, и вы сразу продаете две штуки. Вот такой вот тренд новый идет. Matching jackets, да, matching jackets, новый свадебный тренд. Вот вам, кто хочет на свадьбе сделать вот свадебный тренд, пожалуйста, забирайте. Matching jackets, давайте посмотрим, сколько их тут. Matching jackets, couples, да, то есть его уже, и уже даже его ищут. Вот у нас 4000 результатов, как вы это сделаете, matched hoodies или что-то еще, дальше думайте, решайте и смотрите, да, проверяйте по статистике, как, ну, вот идти predict такой вот новый тренд. И, естественно, vintage inspired iron-on patches, это вот наклейки, я так понимаю, да, что это вот такая вот наклеечка будет. И вы сами, покупая вот эту вот наклеечку, наглаживаете, да, то есть продают не жакетку, а продают вот эту вот наклейку. Jacket patch.
Да, значит, смотрите, как эти джакет-патчи можно создать, сделать и проработать. То есть этим у нас тоже нормально идет, следующий идет. Ну и как всегда у нас с вами следующий стиль pet pampering. Если мы с вами себя, на себя нам времени никогда не хватает, да, то вот на pet pampering у нас идет вперед. Сильно углубляться не буду, потому что не помню, чтобы среди моих учеников были ребята, были магазины, которые вот прям вот досконально занимаются pet animal product, да, то есть продукцией для животных. Посмотрите, покопайтесь для животных. Даже, смотрите, мыло для собачек, шампунь для собачек, да. То есть, если есть, интересно вам, смотрите вперед. Дальше. Редко тоже мы с вами затрагиваем тему, какую? Тему красоты, мейкапов, да, косметики. Но вот ее отдельно выделили, да, ее отдельно выделили. Сейчас, секундочку. Всякие, опять-таки, виган, натуральные, сделанные с, как вверху сказали, с намерением что-то, да, то есть какой-то текст месседж показывают здесь вот. Вот, холистик, да, холистик – это более натуральный подход к self-care, к заботе о себе. Но не только как бы о нашей skin, not only our skin, только о коже. А тут абсолютно, смотрите, это что у нас? Мейкапы, что-то сейчас еще посмотрим. Bath salt, vegan makeup plate. Personalized blends for all types of complexion, бла-бла-бла-бла. Small batches set и так далее. Да? То есть вот у нас с вами такой вот подход. Если вы своих, ну, допустим, вязаных изделий, там, кукол или что-то еще не увидели, это не значит, что все. Опять-таки, часто задают вопрос после того, как видео проходит, тренды посмотрим. Ой, меня вообще там нету. Что же мне делать? Все, теперь магазин закрывать. Нет, двигаться вперед и адаптировать, да, адаптировать под тренды то, что вы делаете. Как я сказала, вы же делаете квилты с цветочками. Вот попробуйте для разнообразия поставить один color block quilt. Color block quilt, да, и посмотреть, что она у нас с вами, что у нас предложит. Да? Тут у нас всего 2000 результатов, и вот они, color block и quilt. Quilt это только паттерны. Давайте мы от паттернов уйдем. Home and Living, уйдем, где уже готовые изделия, а тут 991. Но опять-таки, вот это вот у нас с вами один color block. Если вы придержитесь вот такого вот color block, я думаю, будет немножечко симпатичнее и лучше выглядеть. Почему? Потому что это будет совпадать, опять-таки, цветовая гамма какая будет. Такая, которая нужна, а не такая, которая вот у нас раньше что-то там такое вот было, да, из кусочков, из остатков. Попробуйте сделать. Попробуйте сделать и посмотреть, как оно будет. Сейчас я смотрю, на что бы мой глаз кликнул. Color block quilt. Материалы продают. Но вот видите, прокручиваю опять-таки, такого вот будет color block quilt. Давайте такой вот посмотрим. Bold color block quilt. На 185. Санта-Фе, Мексико. Merry Christmas. Маленькие вот эти вот штучки. Вот такого плана. Шевроны идут и звездная коллекция. Так что вот такой вот момент. Если мы с вами дальше будем... Перелинковки нету сюда, да, давайте я нажму на Discover More on Trend Inspiration, да, и опять меня, нас перекидывают куда? У нас, нас перекидывают в новый раздел блога, Editor's Pick,
кусочками здесь отсюда идет то, что мы уже с вами просмотрели, да, вот такие крупные сережки, опять-таки внутренняя перелинковка, да, trending holiday must-have мы пока не трогаем, мы с вами останавливаемся. Так что вот такие вот моменты, да, и уже можно вам самим дальше смотреть, копать и искать, да, опираясь на вот эту вот информацию и обдумывать, каким будет ваш следующий год на ИТИ. Итак, с вами была Маргарита после месячного перерыва с видео. Постараюсь, сейчас я на каникулы, на декабрьские, на зимние уходим, постараюсь побольше вам писать информации. Если вы первый раз на канале, советую подписаться на канал и поставить себе, по-моему, знак колокольчик, если вы еще не изменили за месяц, тогда вы будете сразу видеть оповещение о только что добавленном видео. Под каждым видео есть основные 4 линка. Первый линк – это «Поддержи проект монеты». Второй линк – это линк на нашу группу на Фейсбуке. Третий линк – это, по-моему, партнерская ссылка. Если вы решитесь открыть свой магазин, воспользуйтесь одной из партнерской ссылки. Да, партнерские ссылки не обязательно мои. Они могут быть тех, кто какой-то вот конкурс выиграл у нас в нашей закрытой или в открытой группе, да, и поставили туда свой линк. И последний линк – это линк на мой личный канал, 4-й. Интересно, как я живу, какие у меня в жизни изменения происходят. Пожалуйста, кликайте туда, смотрите, подписывайтесь. Итак, с вами, как всегда, была Маргарита, и до следующих встреч.